Шесть видов спорта, четыре команды и нешуточные страсти. Все это ежегодная спартакиада работников средств массовой информации. В минувшие выходные она прошла на стадионе «Карасай». Коллектив нашего телеканала тоже не остался в стороне. О том, как это было, расскажет Богдан Петров. Ручки и микрофоны в сторону. Сегодня журналисты соревнуются не в остроте слова, а в силе и ловкости. Вот они играют в волейбол. Он, как и другие виды спорта, точно закалил сплоченность сотрудников нашего телеканала. Не устоял даже оператор, чьи кадры вы видите на экране. Рустам Тлеужанов, несомненно, золотая ракетка Кызылжара. А это уже легкая атлетика. Тут точно видно, кто быстрее, выше и сильнее. Было классно, было очень завораживающе, впечатляюще. Мы пробежали 100 метров совместными усилиями команды, готовились еженедельно по 3 раза, бегали, но все-таки достигли своей заветной цели и заняли, можно сказать, достойное место. Финиш пройден. Утолить жажду спортсменам помогает питьевая вода «Арзу». Ее производитель, компания «Дизи», поддержала наших коллег. А здесь соревнуются интеллектуалы. Пораскинуть мозгами решил и Талгат Атыгаев, инженер телеканала «Кызылжар». Как таковой стратегии особо не было. В таком как бы турнирной игре участвовал первый раз. Соперник попался достойный. Любительский уровень у меня, можно так сказать. Так играл сам в детстве и иногда с друзьями. Серебро легкой атлетики и бронзу в теннисе мы уже завоевали. Настала пора, пожалуй, самого зрелищного вида спорта. Сейчас на поле те, кого мы обычно привыкли видеть в кадре и за ним. Их фамилии часто мелькают на страницах изданий, газет и в социальных сетях. Но сегодня они сменили строгие костюмы на спортивную форму. Таким сладким для нашего телеканала вкус победы не был еще никогда. Гол, еще один и еще. Золото наше. Позади остались и управление внутренней политики, и сборная сопкоров республиканских СМИ, и команда газеты «Солтүстік Қазақстан». Хоть в общекомандном зачете мы и не стали призерами, зато получили порцию адреналина и зарядились позитивом до следующего дня журналистики. Как говорится, то ли еще будет. Богдан Петров, Рустам Тлеужанов, Адиль Нуржанов, служба новостей.